Алло, алло, это техподдержка? Я смотрела видео про котиков, ну там, где он прыгает с крыши на крышу. В общем, видео зависло на середине, я не знаю, перепрыгнул котик или нет. Я очень сильно волнуюсь, ну вы понимаете, что я волнуюсь. Я очень вас сильно жду, пожалуйста, приезжайте скорее. Жду. Серверний. То пошли скорее, скоро же обед. Алло, Наташа, ты уже смотрела видео? Котик перепрыгнул? Совко, ключ на 12. Славко, отвертка крышечка. Славко, сетевой кабель. Славко, что это было? Наши-то все в порядке. Ну да, все в порядке. О, обед! Показ финального эпизода «Игры престолов» ради экстренного сообщения. С вами в студии Соломея Яворская и Федор Дейнеко. Как сообщает практически каждый житель Земли, сегодня около полудня по всему миру пропал интернет. Мы получаем сообщения со всех концов планеты. Люди крайне обеспокоены происходящим. И у нас на связи с места событий наш специальный корреспондент Мария Курмас. Мария, здравствуйте. Что у вас происходит? Я ему такая, Гераборда, это вчерашний день. А он чё? Представляешь, купил моноколесо. И чё? Так это вообще позавчерашний. Добрый день, студия. На данный момент ситуация остается критической. Многие люди до сих пор не приводят себя в порядок. Вот, например, девушка купила себе еду, но никак не может ее съесть, так как еще не выложил фото в Инстаграм. Бедняжка. А вот девушка, которая уже второй час ходит со смартфоном в руках. Девушка, я не покемон. А что это за счастливые люди на заднем плане? А, это офисные работники. Они, у них тоже пропала сеть, и теперь они просто наслаждаются Ура! Жизнью. Везет же некоторым. С нами на прямой линии была наш корреспондент
Мария Курмас. Спасибо, Мария. Наш экстренный выпуск подошел к концу, но мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а пока возобновляем показ финального эпизода «Игры престолов». Джон Сноу умрет. Приятного просмотра. Новостей Федор Дейнека и Соломея Яворская. И для начала прогноз погоды. Милана, что нас ждет завтра? Я не знаю. Спасибо, Милана. Переходим к новостям. Вот уже несколько часов весь мир недоумевает, куда пропал интернет. Некоторые люди уже начали адаптироваться к новым условиям. О первопроходцах жизни без интернета расскажет наш корреспондент Катерина Казаченко. Катя, здравствуйте. Добрый день, студия. Это звучит невероятно, но некоторые люди уже перестроили свою жизнь без интернета. Давайте познакомимся с некоторыми. Здравствуйте, как вы обходитесь без интернета? Добрый день. О, сначала было очень неудобно, но потом нашла доступную замену Siri. Это Паша. Паша, конвертируй 100 долларов в гривны. Будет 2601 гривна 52 копейки по курсу НБУ на сегодняшний день. Паша, что случилось 18 октября 1975 года? Выпущен первый 32-разрядный процессор для IBM PC совместимых компьютеров Intel. Невероятно! Или вот, Паша, расскажи анекдот. Корова лезет на дерево, ворона ей. Корова, ты чего на дерево лезешь? Яблок хочу поесть. Так это же елка. А у меня с собой. Ха, 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 ха. Да, эту функцию надо подработать. Да-да. Паша, мне нужно магазин за новым платьем. Маршрут построен. Пошли. Очень необычный случай. А вот здесь расположились свидетели последнего обновления телефона. Давайте пообщаемся с их лидером. Ами! Намасте! Намасте! Дэп! Дэп! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут отец в Инстаграме. Я единственный, кто успел поставить новую версию операционной системы на свой телефон. Вот, посмотрите. Спасибо нашему корреспонденту Катерине. Как видите, жизнь без интернета не так уж и плоха. Но нам это уже надоело, и мы идем на митинг. До встречи. Проводок сильный. Так,
Как синий? Чем интернет. Давайте помнить про это и наслаждаться этим.